Всем привет, друзья, меня зовут Максим Шубин, это канал «Это реально интересно», и сегодня мы поиграем «Коронавирус проник и на YouTube», и сегодня я буду заражать весь мир этим коронавирусом. Рекомендую вам к посещению форум CVV Cash. На этом форуме вы сможете найти схемы, как зарабатывать в сети, и не только в сети. Есть как бесплатные схемы для заработка, так и есть платные схемы. Также есть приватные мануалы на разнообразную тематику. Если вы не можете зайти на сайт, то попробуйте через VPN. На сайте вы сможете много найти полезной информации, как что-то узнать у других, так и самому поделиться чем-то. Также на форуме есть гарант-сервис, если вы будете совершать какие-то сделки, ссылка в описании. Этим страшным коронавирусом, кстати говоря, увидел не очень-то приятную инфу, причем реальную инфу, это не шутки, ребята. В общем, коронавирус уже появился в России, уже есть первые случаи заболевших, и по моей информации, это жители Китая, но они находятся в России сейчас под пристальным наблюдением вирусологов. Но, тем не менее, давайте поиграем. Давайте представим некую модель этого коронавируса, как он может распространяться. Итак, а с ней страна, с которой начнется заражение. Ну что ж, это у нас будет Китай, друзья мои. Начинаем. Зараженный пациент номер 0, как говорится. Коронавирус распространился на страну Китай. Болезнь коронавирус заразила первого человека, но она еще слишком слаба. Использует очки ДНК для развития болезни. Итак, друзья мои. Ну что ж, процесс пошел. Люди еще не подозревают, что коронавирус — это очень, очень опасная болезнь. Ну что ж, пути передачи, ребят, нужно прокачивать пути передачи. В принципе, можно, наверное, каких-нибудь вот птичек привлечь, так сказать, к этому делу. Но это будет, наверное, чуточку позже, потому что нам нужно больше очков ДНК. Поднялась заработная плата на медсестер, по-моему, да? Что-то такое было. Щелкайте оранжевые пузырьки, чтобы получить очки ДНК. Ну что ж, окей. И такой странный сейчас смех был. Ну окей, коронавирус начинает распространение. Коронавирус передается от человека к человеку. В стране Китая число зараженных растет в геометрической прогрессии. Вы можете управлять болезнью, развивая ее характеристики. Я, в принципе, это знаю. Спасибо, как говорится, плавали. Ну что ж, так. Еще немножечко, наверное. Так, пути передачи, ребят, пути передачи. Я хочу, чтобы птички умели, так сказать, заражать. Вот, отлично, ребят. Все, пути передачи развиваем. Сначала пути передачи. Итак, пусть птицы. Вы успешно развили болезнь коронавирус. Вы потратили очки ДНК на развитие болезни, и перед вами открылись новые возможности. Набирайте очки ДНК, щелкая появляющиеся пузырьки, ребята. Итак, ну что ж. Окей, вот у нас эти вот самолеты полетели. То есть, возможно, там есть люди, которые могут заразить других людей в других странах. Подумайте, что произошло бы в реальной жизни. Имейте гиперреалистичную модель мира, планируйте свою стратегию и развивайте болезнь, расходуя очки ДНК, друзья мои. Так, ну что ж, зараженных количество растет, их уже 52. Так, в России пока нет заболевших. В Китае 85. В мире 99. Так, в Китае 105. Ну, в принципе, пока что только в Китае, я так понимаю, болеют этой болезнью. Но нету пока что умерших. Подсказка, информация о стране. Чтобы подробнее узнать о стране, коснитесь ее название в нижней части экрана, чтобы получить дополнительную информацию, коснитесь значка. Ну что ж, окей, разберемся. Думаю, как-нибудь разберемся. Так, вот эти самые самолеты летают. Ну что ж, пора, я думаю, развивать нашу болезнь. Это симптомы, соответственно, здесь можно развивать. Бессонница. Ну что ж, вот пусть будет, у нас будет бессонница. То есть это уже определенные сложности будет, так сказать, нести эта болезнь. Вирус-коронавирус заразил сотни людей. Вирус-коронавирус заразил сотни людей в стране Китая, повысив шанс инфицировать здоровых людей от уже зараженных. Продолжайте развивать свою болезнь, друзья мои. Нужно продолжать развивать свою болезнь. Итак. Ну что ж, количество ДНК растет, это замечательно, друзья мои, потому что сейчас мы можем также дополнить пути распространения. Под каким путем способность перезаписывать? Ага, ну что ж, в засушливых районах. Так, а что по насекомым? Ага, ну что ж, пусть будет такой еще вариант развития этой болезни. Так, отлично. Давайте посмотрим, что там по миру. Так, лекарства. Над лекарством еще не работают. Но, в принципе, не должны так быстро начать работать.
потому что зараженных не так уж и много, тем более нет умерших. Ну что ж, я думаю, пора симптом. Давайте умение. Давайте вот будем развивать, так сказать, умение. И наша болезнь становится все опаснее и опаснее. Тошнота разрослись. Так, ну что ж, небольшая вероятность заражения при поцелуях, но это так себе, честно говоря, вариант. Хотя, ребят, напишите в комментариях, часто ли вы целуетесь. Это реально интересно, ребят. Ну, наш канал так называется, и вот такой вот, это реально интересный вопрос. Болезнь коронавируса пришла в страну Юго-Восточная, наверное, Азия. Еще одна зараженная страна, ваша болезнь становится эпидемией, когда когда новая страна заражена, появляется красный пузырек, щелкайте, чтобы получить. Ну что ж, это мы знаем. Отлично, есть новая страна. Это очень даже для нас хорошо. Вот, я так понимаю, еще одна новая страна. Я считаю, что нужно нашу болезнь делать еще более опасной. То есть развивать, так сказать, сопротивление этой болезни к препаратам. Также нужно развивать эту болезнь в плане ее симптомов. Коронавирус заражает людей тысячами, болезнь коронавирус заразила тысячи людей в стране Китая, распространяется все быстрее и быстрее, друзья мои. Опасность возрастает, опасность возрастает. Итак, коронавирус заражает все больше стран, коронавирус заражает все больше и больше стран. Развивайте пути передачи, чтобы заразить еще больше народу. Итак, друзья мои, ну что ж, по симптомам. Так, ну я думаю, нужно паранойя. Паранойя, отлично. Вот паранойя то, что нужно. Это то, что нужно, друзья мои, я считаю. Это прям вот правильное решение. Как бы оно страшно, странно не звучало, но мы здесь злые гении, нам нужно заражать. Крупное землетрясение в Сибири. В Сибири? Серьезно? Крупное землетрясение в Сибири? Это вообще возможно? Ну, это странно. Симптом тошнота мутировала, болезнь коронавируса мутировала и приобрела симптом тошнота без траты очков ДНК. Это очень даже хорошо для нас. Щелкайте красные пузырьки, чтобы получить... это мы знаем. Красные пузырьки только... Вот, пошли. Это, по-моему, в России сейчас, да? В России, да, есть в России 3 зараженных. В мире уже 94... Уже 117. Ой, прям пошел процесс, ребята. Так, сейчас все-таки немножко медленно. Так, знаете, что нужно сделать? Я считаю, что нужно симптомы сделать более смертельными. Вот 7 очков ДНК. Сейчас мы дойдем и до этого. Банк все путем на грани банкротства. Инвестиционный банк сообщил о катастрофических убытках и технические ошибки в генераторе случайных чисел. Это не очень понятная новость, честно говоря, как она нам может помочь дальше развиваться. Вот, вот, пошел процесс, друзья мои. А это значит что? А это значит нужно усилить нашу болезнь, сделать ее более опасной, более смертельной. Также вот эту прокачиваем штуку. Ну что ж, отлично, друзья мои. Между прочим, заболело уже более 3 миллионов, но ни одного нету умершего. Это очень плохо для нас. Мы же болезнь, мы же распространяем болезнь, мы же злые гении, нам нужно, чтобы... Вот, есть первые умершие, отлично. Миниму имеется ценные данные, болезнь коронавируса начинает распространяться по всему миру. Используйте кнопку «Мир», чтобы посмотреть список незараженных стран, пока... Ну, что ж, это, наверное, достаточно важно, но тем не менее... Так, по лекарству, данные, распространение болезни, мировой график. Так, страны. Где страны у нас? Ну да ладно. Я думаю, мы... Так, есть. Отлично. Заразнее туберкулеза. Ну, да, наша болезнь достаточно опасная, заразная. Не без этого. Но знаете, что нам нужно? 15 миллионов, ребят. Уже 15 миллионов. 18 миллионов. Ух, хорошо. Процесс-то пошел, а? Как вам такой, Илон Маск? Болезнь коронавируса заразила больше людей, чем ВИЧ. Это крайне заразная болезнь, друзья мои. 112 миллионов. 112 миллионов уже заразилось. 112 миллионов. Это жестко, ребят. Это жестко, правда. Ну что ж, нашу болезнь нужно развивать. И также новые варианты, так сказать, для ее распространения нужно прокачивать. Поэтому мы дополняем пути передачи. Так, пропавшая женщина... Так, отлично, отлично, вот, отлично, процесс пошел, я чувствую прямо, ух, сейчас мы распространим по всему миру нашу болезнь, не будет, ахтунг, вау-вау-вау. Красненьких суперточек появилось много, кстати, можно приблизить, ребят, между прочим. Новая легкая болезнь, все распространяется, врачи в стране Китая нашли новую болезнь, названную коронавирус. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучить дальше. Другие страны также сообщили, ничего себе, 54 там уже, 56, Афганистан, первая смерть от болезни. Первая смерть от болезни коронавируса подтверждена в стране Афганистан с течением 11 или начала катастрофы. Вот уже начинает бить, так сказать, тревогу. Так. Разработка лекарства завершена на 50%. Это не самые приятные новости для нас, честно говоря. Но, тем не менее, ребята,
умерло уже более 1 300 000 000. А это хорошие показатели, это правда, очень даже хорошие показатели. Но, тем не менее, ребят, мне не нравится, что лекарства активно разрабатывают, и уже 58%. Это правда опасно, ребят, это правда очень опасно для нас, как для болезни. Так, симптом невменяемость, мутировал болезнь за коронавирус, мутировал, перебирал симптом невменяемость, без страта очков. Это очень даже хорошо, это очень хорошо, друзья мои. Между прочим, оп, откатилось 5. 5 откатилось, отлично. Так, вот невменяемость, вот там вот, такие штукенцы, это прям идеально. Так, бьем вот эти штукенцы. Так, что по симптомам? Так, инфицированное материал через рвоту увеличивает риск заражения. Но это не то, что нам нужно. Возможно, заражение путем распространения патогена, но это тоже не особо там нужно. Появляется припухлость, стирание патогенов, их возможно разрывливает, к улучшению распространения болезни. Это тоже нам не особо нужно в данном случае, так сказать. Вот это вот неплохо было, но... Так, умения, ребята, что по умениям? Ну, тоже все дорого достаточно стоит, так что мы пока ничего не можем сделать. Комбо, ходячий мертвец, бессонница и анемия заставляют людей ходить серыми. Это усталость, работа ученых. Тогда вакцины от болезни коронавируса становятся менее продуктивные. Отлично, менее продуктивные, то, что нам нужно. 59%, ребят, по-прежнему 59%. 60 уже. Умерло больше 2 миллиардов. Черт, похоже, мы немножко сейчас проигрываем, потому что все-таки... Еще достаточно много народу осталось, то есть как бы много людей могут работать над вакциной. Так, друзья, нужно что-то предпринимать, потому что как-то все медленно пошло. Так, получается, ну так, это вот, что здесь можно, например, здесь. Повышается вероятность мутации и заразность, особенно в жарких странах. Секунду, становится разночниками, повышается шанс мутации. Это, конечно, хорошо, мутация, но... Но. Восточная Африка в стране анархии. Восточная Африка — первая жертва анархии, вызванная заболеванием коронавируса. Здесь больше всего разрабатывается лекарство. Восточная... Так, Восточная Африка, ничего себе, интересно. Интересно, правда. Так, ладно. Плюс 31, ребят, хорошо, хорошо. Так, 30... Так, хорошо, 34, ребят, умения. Так, что по умениям? Перетасовка ДНК, появилось множество штаммов болезни, из-за чего требуется больше времени разработки. Так, это хорошо, в принципе, давайте. Так, хорошо, вот это, пожалуй, мы сейчас прокачаем. Сделал нашу болезнь более крутой. Так, откат. Давайте, откат. Ну, давайте, это хорошо, ребят, отлично. Ну, хотя все равно... Так, откат, конечно, был 9%, но все равно, ребят, все равно. Англия, зафиксирован ядерный взрыв. Чудовищный ядерный взрыв в стране Англия создал огромное облако радиоактивных частиц. Причина неизвестна, но есть предположение об отказе системы локализации аварии. Ого, ребятки, вот это очень даже ничего себе. Это прям очень даже ничего себе. Так, ну что, сделаем 6 миллиардов-то? Сделаем, надеюсь, ребята. Я очень надеюсь, что мы сделаем 6 миллиардов жертв. Так, лекарство уже, блин, очень близко, ребят, очень близко. Человечество близко к вымиранию. Лекарство, это... Лекарство от... коронавируса появится через 4 года, ребята. Это очень приятная информация. Так, друзья, ну что ж, симптомы. Нужно добавить симптом. Полное расстройство пищеварительной системы, вызывать диарею, обезвоживание и смерть. Ну что ж, это жестко. Да, это жестко, но это приведет еще к большей смерти. Ну а лекарство уже только через 10 лет. То есть, скорее всего, мы выиграем. Так, друзья мои, России больше нет. В России умерли все. 0 зараженных, а заразили все. Умерло 160 миллионов 369 925 человек. Коронавирус уничтожает всех людей. Болезнь коронавируса уничтожила мир. Несмотря на все усилия человечества, последние оставшиеся в живых не имеют ни малейшего шанса уцелеть. Как вам такое? Вот я понимаю. Мощь. Итак, друзья, вот они последние. Все. Мы убили все человечество. Но, к счастью, ребята, это всего лишь игра. И, надеюсь, реальный коронавирус будет куда менее опасным. И, надеюсь, в скором времени с ним справятся ученые. Не знаю, правда, откуда, но, в принципе, не так важно, откуда. Главное, чтобы справились. Коронавирус уничтожила всю жизнь на Земле. Ух, жесть. График лекарств. В принципе, неплохо так разрабатывали лекарства, но потом мы предприняли различные действия, которые способствовали распространению, так сказать, коронавируса. Моя болезнь типа бактерия, названная коронавирус, истребила человечество за 941 день. Страшно, да. Строение ДНК.
А трудность простой, эти болезни и бактерия, время, ну, собственно, как-то так. Общий счет 240. Ребят, короче, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, вот очень важно. Хотите ли, ребят, чтобы была вторая часть, следующее прохождение этой игры? В общем, с вами Максим Шубин, канал Это Реально Интересно. Всем удачи и всем пока.